Иногда бывает, что снимки приобретают неестественный оттенок, который отличается от того, что мы видим своими глазами. Чтобы камера правильно отображала цвета на фотографии, следует настроить такой параметр съемки, как баланс белого. Баланс белого – это настройка, которая делает цвета изображения более реалистичными. Они не должны уходить в желтый, синий, зеленый или пурпурный оттенки. Чтобы убедиться, что баланс белого выставлен верно, следует посмотреть на белый, серый и черный цвета. Это нейтральные или ахроматические цвета, и в них не должно быть примеси других оттенков. Собственно, от того и название. Белый должен быть в балансе, то есть чисто белым. Смещение баланса белого может произойти из-за разного освещения. К примеру, лампы накаливания придают изображению желтый оттенок, а кадры в пасмурную погоду могут выглядеть синеватыми. У разного освещения разные цвета и характеристики. Обычно различают холодный, теплый и нейтральный свет, а цветовая температура измеряется в кельвинах. В камерах есть специальный параметр, отвечающий за баланс белого, который можно настроить для правильной передачи цветов, если вы знаете условия съемки, либо цветовую температуру источника света. Для этого есть целый ряд предустановленных настроек: солнечно, облачно, лампа накаливания, лампы дневного света и так далее. А также ручные настройки цветовой температуры и автоматический баланс белого. На самом деле, во многих случаях можно снимать в авторежиме баланса белого. Особенно в условиях, когда освещение часто меняется. Ну, к примеру, плывут облака, и от кадра к кадру может быть то солнечно, то пасмурно. Чаще всего я так и делаю. И если нет явных проблем с цветопередачей, то автонастройка меня вполне устраивает. К тому же, баланс белого довольно просто исправить при последующей коррекции, если снимать в RAW формате. Другое дело, если снимать в JPEG, тогда сразу нужно получить максимально правильный вид, и здесь изначально важно настроить баланс белого, глядя в видоискатель или сделав тестовые снимки. Иногда настройку баланса белого можно использовать как художественный прием для усиления цвета и придания атмосферности. Если вы намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или используете искусственное и цветное освещение. Желаю вам удачи на вашем фотографическом пути и до новых встреч!